Совсем скоро юные жители 56-го дома на улице Космонавтов и близлежащих домов смогут насладиться новым современным игровым комплексом. Ход работ благоустройства проверил исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа Константин Соловьев, руководитель МКУ ЖКХ и благоустройства Роман Никитюк и заместитель главы администрации муниципалитета Людмила Докучаева. Детская площадка у нас стартовала в рамках проекта благоустройства дворовых территорий. Начались работы совсем недавно. В том году у нас вышел недобросовестный подрядчик, который не завершил свои работы. В этом году мы выполняем свои обещания, строим современную детскую игровую площадку. Нашим жителям, инициативной группе, было предложено несколько вариантов этой детской площадки. Жители сами выбрали поэлементно каждой. И мы вот сейчас ведем активные работы, надеемся к концу недели, ну, в течение недели мы это все закончим. На следующей неделе у нас уже будет укладка резинового покрытия, и мы нашим жителям с радостью сдадим эту площадку, чтобы наши детишки радовались. Размер новой детской площадки составит 450 квадратных метров. В состав игрового комплекса войдут две карусели, спортивный элемент лопинг, баскетбольная стойка, батуты, качели и качалки. Жители очень благодарны этой площадке. Им нравится зонирование, зона для качелей, зона для маленьких детишек и зона уже для подростков. Здесь полное разграничение, что очень удобно. Скоро у ребятишек появится новое место, где можно весело и с пользой провести свое время и пообщаться со сверстниками.